Ленинская библиотека. И кинематографисты всех жанров, работающие для детей, представляют. Кинодетство РФ. Платформа равных возможностей. И отвезем его в регион. Покажем детям, которые не имеют возможности увидеть в силу того, что он не идет в прокате и в силу того, что его нет в интернете. То есть это такое кино. Плюс к этому кино будут сопровождающие мастер-классы, вебинары, которые позволят детям напрямую разговаривать с кинематографистами. Например, режиссеру фильма очень сложно проехать по всей большой нашей стране и рассказать всем детям о фильме. Но если он сядет перед монитором, а при этом подключится 50 разных маленьких школ или кинотеатров в разных уголках нашей страны, и он будет онлайн рассказывать о том, как он делал этот фильм, а дети смогут обратную связь, соответственно, ему задать вопросы. Будет очень хорошее, полезное обмен мнением с двух сторон. Да? И режиссеру интересно узнать обратную связь, и детям интересно поговорить с режиссером и узнать, как он вообще снимал кино. Может, они в жизни никогда другого режиссера не видели. Вот, собственно.
сидят там в своей деревне на 2000 человек. А теперь есть возможность. Поэтому и в принципе это почему называется платформа равных возможностей, потому что мы делаем детям одинаковые возможности, живущим в Москве и живущим далеко в регионе. Они и так, и те, и другие получают равные возможности доступа к интересным фильмам, мультфильмам и к интересным людям. Благодарю, Татьяна. А все регионы России? Не все. Мы пока взяли в гранте, мы взяли 12 регионов. Это первый наш пробный камень. Мы на нем отрабатываем систему. Да, у нас могут быть сбои. У нас могут быть непонятки, мы можем сейчас сами немножечко запутаться, как это все делать. У нас могут быть технические еще вещи, которые мы не очень понимаем еще, как делать. Но есть к чему стремиться. Значит, мы сейчас отработаем технологию на 12 регионах, а потом будем охватывать все остальные регионы. Спасибо огромное, успехов вам. Спасибо.